Представьтесь, пожалуйста. Я Симонян Эмма. А какую школу вы представляете? 433. Расскажите, пожалуйста, тяжелая ли сегодня была игра? Ну, как бы я не так уж и много поиграла, но как по виду вроде бы так. А как думаете, за счет чего вашей команде удалось занять третье место? За счет чего победили? Ну, мы за счет своей школы. Потому что в последнее время, все время мы занимали четвертые места, а теперь уже третье. А кто у вас в команде очень хорошо сыграл? Мне понравилось, как играла Аня, номер 5, Саша, номер 10 и Вика, номер 15. А как ваш тренер сегодня вел себя в течение игры? Помогал? Он всегда себя ведет очень классно, и он очень добрый тренер. А скажите, пожалуйста, как вам понравилась игра соперников ваших сегодня? Ну, нормально. И все? Ну, да. Ну, соперников надо уважать, они же всегда хорошо играют. Ну, как бы они сегодня очень вредничали. А в чем это выражалось? Когда было под конец, когда мы давали друг другу 5, а некоторые не дали нам. Ну, они, наверное, расстроились, что проиграли. Но они это со злостью и завистью сделали. Ну, не обращайте внимания, но всегда, когда проигрываешь, всегда так. Да. Скажите, кто вы думаете победит в финале? За Зеленоград. А пансион не сильнее, не знаете? Ну, я не знаю. Вот сейчас как раз-таки они будут вместе играть, и я болею за Зеленоград. Ну, мы вас поздравляем с третьим местом. Спасибо. Желаем удачи. Спасибо.